Всем привет, с вами Прия. Давненько я не открывал сундучки в 10 часов по московскому времени. Людей прям такое ощущение, как будто, я не знаю, Shadowlands стартанул, самый первый квест люди берут. На самом деле там еще больше будет народу, но чуть-чуть напоминает. Что падает на Монка? На Монка падают бинты. Серьезно? Не, ну бинты хороший тринкет в целом. Так-то если задуматься. Для Монка, на котором я ничего не делаю, в целом, да, неплохо. Что у нас по модификаторам текущей недели? Кишащий, сотрясающий и укрепленный. Угу. Большое количество мобов, которые усилены, при этом еще сотрясающий, да? Это землетрясение, которое раз в 20 секунд примерно отходит от персонажа. Не, ну, Викаура есть с целью отслеживания модификатора сотрясающий, так что чекайте плейлисты. На ДК, наверное, что-то тоже должно интересное упасть. Бинты, кстати, надо будет надеть вместо подзорной трубы. То я так отложил ее. Только сейчас понял то, что ее реально лучше надеть. Эту треньку. Ну, ДК. Что, текстуры, что ли, прогружаются или что там? Да ну, быть такого не может. Ну вот, наконец-то прогрузили. Счастье-то какое. ДК должен лутать сегодня Гетику. То есть иных каких-то путей быть не должно. Сегодня дропается Гетику. Поехали. Угу. Ну, такое себе Гетику, конечно. Первые звезды, да, получается. В целом, что я могу сказать? Наверное, это вот как-то даже не круто. Хотя на текущий момент все корабли симятся, все смотрится абсолютно, и все легко касательно этого. ПВП-сундук что даст? Ну, какую-нибудь, я не знаю, шмоточку обычную. Не, ну если опять будет азеритка, это будет смешно. А, ну, кстати. Один такой item у меня есть. Смысл мне от второго. Короче, плюс 50 голды. Ну, 50 голды тоже нужно уметь получать. Конечно же. Идем дальше. Воин, ластовый персонаж. Собственно, три персонажа, которыми сейчас делаются какие-либо действия. Походы в бзду вместе с вами. Открывание недельных сундучков. Все происходит на трех персонажах, но кто знает, быть может появится какая-то мотивация на прокачку четвертого. Все возможно. До Shadowlands еще времени многовато. Если я все-таки решу чем-то занять себя в этой игре, то, скорее всего, это будет четвертый персонаж. Как говорится, поживем, увидим. Вот так вот. Что тут у нас будет по сундучку? Не, ну тоже должно быть что-то полезное, это интересно. Насчет пояса НДК, кстати, ну... Надо будет посимить, надо будет все глянуть абсолютно касательно караптов. Карапты — это вещь такая нестабильная чуть-чуть. Тоже поясок, по-моему, да, точно такое же название у него. Что-то получается, пытка разума. Ну, кстати, item level повыше и все такое прочее. Можно даже очистить его как вариант. Смотрим. Касательно караптов, кстати... Стоит мысль одну упомянуть, какое сегодня число? 27-е, да? С сегодняшнего дня кровоточащая рана, Gushing Wound по-английски он называется, дэмэдж от него понерфлен на 35%. Но он будет просто занижен. Так что задумайтесь о смене данной порчи. Все, все мысли сказал. Говорится, всех вам благ, счастья, здоровья, удачи при открытии недельных сундучков. Берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылках в описании. До скорого!